Привет всем! Сегодня мы на прогулке с внучкой, с сыном в зимнем лесу. А вот они идут впереди меня. Тепло, минус 3. После вчерашнего дождичка, конечно же, гололед. Снег покрыт настом. И, в общем-то, пушистости снега не наблюдается. А на днях, к концу недели, обещают минус 24. Ого-го! Будем кататься на льду, если снег не выпадет еще и не припорошит гололед. Вот такой у нас сосновый лес. Всем приятного дня!